Всем привет, с вами Тень, и сегодня я покажу вам, как стримить в YouTube без использования посторонних программ и видеокодеков на Android. Но сначала не забудьте поставить лайк под это видео, а также не забудьте подписаться на мой канал. Поехали! Во-первых, забудьте вы уже об этих скучных поисках видеокодека, он вам совершенно не нужен, вам нужен только YouTube. Ну а как же им пользоваться? Очень просто. С самого начала мы нажимаем на кнопку «Начать запись», и далее мы переходим к настройкам. Обязательно выбираем название стрима и выбираем, где мы будем стримить. В данном случае с экрана телефона. Также можно настроить открытый доступ или доступ по ссылке. Название игры, аудитории, ролик для детей или не для детей. Если вам необходимы другие настройки, то тогда нажимаем «Другие параметры». Там же можно запланировать трансляцию, ну а также изменить местоположение. Однако и тут имеется своя подкатегория, это расширенные настройки. Тут можно, к примеру, включить или отключить чат. Когда у вас все будет готово, нажимаем кнопку «Далее». Там мы переходим к режиму съемки, это горизонтальная или вертикальная, проще говоря, ориентация. Также тут можно добавить картинку вашего стрима или заставку для видео. Когда у вас полностью все готово, снова нажимаем «Далее» и нажимаем «Ок». Главное, что стоит учесть, все звуки, а также все, что происходит на экране, будет сниматься в прямом эфире. Но и после этого у вас имеются дополнительные настройки прямо во время стрима. Нажимаем на шестеренку и меняем размер иконки, чтобы она вам не мешала. Также тут можно включить чат, чтобы показать его прямо на экране, микрофон или фронтальная видеокамера. Ну а когда у вас совсем все готово, нажимаем «Начать эфир». Также на этом месте будет кнопка паузы, если вы ведете прямой эфир. Ну а когда вы хотите закончить прямой эфир, тогда нажимаем крестик в правом верхнем углу. И все. Все готово. Ну что ж, я надеюсь, что вам помог этот гайд. Ну а также я благодарю всех за просмотр этого видео. Не забывайте ставить ваши лайки и не забывайте подписываться на мой канал.